Девчонки, всем привет! С вами Людмила. В этом видео хочу вам показать посылочку с Ив Роше. Мне она пришла, вот я ее получила и привезла вот такой вот пакетик от Киры Пластинина. Я заказывала по каталогу, который мне приходил на день рождения. Это в прошлом месяце. Там было очень выгодное предложение акции. Если заказать на 360, в общем 400 гривен, то они присылают подарок. Подарок мне пришел, подарок мне пришли духи. Сейчас я вам покажу, чему я безумно рада. Я очень люблю разную парфюмерию, духи. И также мне по почте прислали вот такой вот каталог. Тоже с разными предложениями, акциями. И здесь подарочек крем. Вот такой вот зелененький крем. Я еще такой не пробовала. Это увлажняющий какой-то гель-крем. В общем, попробую. Если понравится, то потом закажу. И сейчас я вам покажу, что же мне тут прислали. Я заказывала немного продукта, только то, что необходимо. Итак, в коробочке также идет каталог с их разной продукцией, с разными акциями для постоянных клиентов. Я уже несколько лет являюсь постоянным клиентом Ив Роше. Они мне уже постоянно и присылают всякие каталоги, и звонят на телефон. Итак, здесь у меня тоже какой-то подарок. Вот, нужно будет открыть, и вот, скорее всего, эти духи при следующем заказе я получу вот такие вот 30 мл аромат вот такой вот. Нужно будет тоже что-нибудь заказать. Здесь постоянно выгодные предложения, через каталог намного выгоднее заказывать, потому что здесь намного больше скидки, чем в магазинах. В магазинах цены завышены в 2 раза, то есть они идут там без скидок. Только вот по каталогам специальные предложения для постоянных клиентов, они делают скидки. Дальше здесь лежат конверты, которые можно отправлять по почте, заказывая через бланки, которые здесь вот в каталоге, их там заполняешь, потом отправляешь письмо, то есть это нужно идти на почту, покупать марки, еще лишние деньги платить, отправлять, все это заполнять, потом еще ждать, когда придет посылка, это где-то через неделю или две минимум, пока им дойдет, пока они оформят заказ, пока отправят. В общем, это все было очень долго. Я раньше так заказывала, мне 2 недели. Через 1,5-2 недели только присылали посылку. А по телефону это все очень быстро. Так, это бланк. Дальше здесь они выражают свою благодарность постоянным клиентам. В общем, благодарят за заказы. Так, дальше. Заказала я вот такой вот гель-скрабик для душа. Это скрабик с абрикосовой косточки. Если знаете, в Чистой линии есть такой скрабик для лица. А это скрабик для тела, тоже с абрикосовыми косточками, очень хорошо отшелушивает, кожу очищает и прекрасно пахнет. У меня когда-то абрикосовый бальзам для губ был от Ив Роше, мне очень нравился, и у них вообще ароматы все очень насыщенные и прям фруктами очень ярко выраженно пахнут, очень концентрированно. А Ване я заказала гель с green tea. Вот. Это такой более нежный приглушенный аромат зеленого чая. И Ваня очень любит зеленый чай. Я думаю, что в душе мыться ему еще гелем с зеленым чаем будет очень приятно. И он тоже хорошо достаточно пенится и вообще мылится. Так, дальше. Лак, красный лак для ногтей. Он такой ярко-красно-малиновый. Я люблю классические красные оттенки лаков. И вот такой вот классический заказала. Лаки в Ив Роше хорошие достаточно. Они долго не облупливаются, не облазят. То есть можно ходить неделю, и он практически не стрется. Если сверху нанести закрепляющее покрытие, то вообще очень долго держится. Так, дальше. Здесь у меня... Ага, это карандашик положили в подарок. Я даже не знаю, какой здесь оттенок. Светло-бежевый, коричневый. Ух ты, еще один подарочек, очень приятно. Я еще даже не знаю, что это за карандаш. Я заказывала вот этот вот карандаш для бровей. Много слышала о этих карандашах. Они очень хорошо рисуют и легко растушевываются. И здесь, с другой стороны, вот такая вот растушевочная щеточка для бровей. Это очень важно. Это сразу нарисовал, сразу растушевал. Я ради этого и заказывала этот карандаш, так как это очень удобно. У меня есть отдельная щеточка для бровей,
Но это лишние движения, пока возьмешь карандаш, потом надо щеточку, а это сразу под рукой, это очень удобно. Оттенок у меня коричнево-пепельный, да, кажись, коричнево-пепельный. Вот оттеночек, надеюсь, что он мне подойдет, потому что я по фотографиям смотрела, выбирала, подбирала, поэтому не знаю, насколько он будет в жизни смотреться. Дальше, заказала водостойкую подводку. Эта подводка была у моей мамы, ей она очень понравилась. Здесь удобная щеточка, она очень хорошо рисует, и ей прям удобно прорисовывать линию стрелочки. И также она очень быстро высыхает, ничего не растекается, то есть она линию ровную рисует и ну как бы не растекается, и очень хорошо быстро высыхает и практически не стирается, то есть нужно специальными средствами ее вытирать, чтобы вытереть. Водостойкая очень хорошая подводка, мне она понравилась, я у мамы ее пробовала, маме она понравилась, и я себе также ее заказала, теперь буду подводить на ласки ей. Дальше, здесь мне положили какой-то пробничек, это пробничек духов, камера, фокус, вот такой, Moment de Bonheur, в общем, французские у них такие названия, вот, понюхаем потом. И вот мой подарочек, собственно, ради чего я и заказывала все продукты, чтобы получить свой подарок, который мне по каталогу на день рождения шел. Вот этот вот аромат, не знаю, как он правильно читается, я его еще не распаковывала. И сейчас, наверное, это сделаю, потому что мне очень интересно, как же он пахнет. Итак, достала я парфюм, вот так вот он выглядит в очень красивом таком флакончике, таком нежном, лаконичном. Такой женственный, здесь сердечко такое вот внутрь, такое выпуклое, очень красиво смотрится. И аромат я уже нанесла, и он пахнет таким вот нежно-цветочно-фруктовый. Он более насыщенный, то есть это аромат, скорее всего, вечерний. И в нем присутствует сладкая такая немножко нота, как нота амбры или нота ванили. То есть он такой более глубокий, насыщенно цветочно-фруктовый. Вот, пахнет как дорогой французский парфюм. Вот у меня с ним ассоциации такого дорогого парфюма, так что аромат очень-очень достойный. Я безумно рада, что мне его прислали в подарок. Это достойный подарок. Вообще даже кому-нибудь подарить такие духи, я думаю, что девушке или там маме такой аромат очень понравится. Мне он очень понравился, я буду с удовольствием им пользоваться. Итак, это весь был заказ такой небольшой. Поближе я потом вам, может быть, сниму обзор на всю продукцию и в Роше. Я очень много у них чего заказываю. Я очень люблю тональные крема и их туши. Пудра мне также понравилась, также пользуюсь кремами для лица от Ив Роше. Многие уже пробовала, заказывала гели разные. В общем, я потом вам как-нибудь сниму отзыв и о всей своей продукции Ив Роше. Вот. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. До скорой встречи, всем пока-пока!